С вами маг-чародей Антон Чали. И сегодня мы будем учиться троллировать троллей. Или простым языком, нам нужно не дать себя обмануть. Ну и мы стартуем. Оу. Какая птица. Оу, пузатая лебедь. Это Angry Birds, что ли? Оп, открываем. Все, прошли. Чувачок подходит. Печально, нас выкинули. Супер-дупер VIP Night Club, так что нам... О, так, мы можем нажать на звездочки. О, и мы превратились в Обаму. Вот это поворот! Ну, давай теперь пройдем. Да. Его что-то немного ослепляет. А этот его типа тралит? Оп, мы закрыли глаза. Оп. Дальше. О. Ага. Слишком горячо. А что мы тут можем сделать? Оп. Так, этот чувак отпускает, мы падаем. Вот это вот шутка вообще. Что-то тут можно нажать. Так, а мы не можем пройти, да? Птица, подскажи нам, что нам делать? Так, у нас есть какой-то конвейер. Оп, мы можем сделать мощности. О, этот чувак притворяется, что он работает. Так, что нам нужно сделать? Нам нажать на птичку, включить это. Сделай вид, что ты работаешь. Оп. Так, какая-то спящая луна. О, птица, остановись. А, не, продолжай. Так. О, у нас кто-то утянул. Surprise, motherfucker. Давайте нажмем птица. Ага, лягушка. Лицо лягушки. Давай потянем, потянем. О, мы вытянули тролля. Вы слышите этот смех? О, птица упала. Ребятишки, принялись убивать себя по всей моей делянке. Вот этот... Давайте возьмем, я не знаю, как нам. Оу, оу. Нам нужно сложить карты. Так, вроде я где-то это уже видел. Так, один тролль. Ага, подождите, тут карта. Ага. What the fuck, мы проиграли, что ли? Блин, что к чему? А как тут вообще можно было сыграть? Не, мы выиграли. Он хотел меня затралить, да? Так, не можем допрыгнуть. Можно тут на еще что-нибудь нажать? Оп. Можно. Так, айсберг. Все? Все. Нас хочет убить акула, надо подумать, что нам делать. Ага, это не настоящая акула. Нас хотят обмануть. Мы давайте сделаем так. А если нам нажать на этого чувачка? Вот это поворот сюжета. Так, это слишком холодно, слишком холодно. Поднимаем. Что это, поднимаем температуру, что ли? Все. О, какой старый пузатый тролль-фокусник. Может быть, пощелкать по нему. Оп. В носу был шарик. Чувак что-то стирается. О, птица. Птица помогает нам больше всего. А, мы останавливаем. Мы мышкой остановили. Так, автоматический режим. Так. Птица. Блин, мы не выиграли нифига. Такой расстроенный, такой грустный. Он проиграл много денег, наверное. Так, есть автоматический режим, а есть мануальный режим. Это типа что? Типа вручную, что ли, или что? Так. Оу. Это ручной режим называется. Так, бухаем с каким-то старым троллем. О, все. Напились за любовь. Так, мы видим клевую бутылку с птичкой. Можем нажать на нем. Оп, он выпил птичку и сдох.
Нам нужно взять его ключи, а он старый тролль, и он их не отдает. О, мы такие просим. И он отдал. Главное попросить. Прошли что ли всю игру? Все, у нас клевый ключ. Мы откроем этот сундук. И там птичка. Troll Face Quest 2, это вообще очень веселая, конечно, игра. Теперь, надеюсь, вы научились не быть затраленными. Ваши комментарии из прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все видео подряд, их там очень много. Сверху это геймлог, это игры, снизу Magic Lock, это фокус. И с этой стороны вы можете нажать на кнопочку, подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Также, если вам понравилось это видео, можете поставить свой лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий, самые интересные из них попадают сюда. Всем пока!